Дело может дойти до закрытия, если выявленные нарушения окажутся очень серьезными. Роспотребнадзор получил право проводить контрольные закупки товаров и услуг. Фактически специалисты ведомства, в том числе в нашем регионе, под видом тайных покупателей будут осуществлять ревизии магазинов, аптек и даже банков. Такая возможность появилась благодаря новому закону. Раньше о своих проверках Роспотребнадзор должен был предупреждать. А значит, у заведений и учреждений появлялось время на то, чтобы скрыть нарушения. Теперь, чтобы прижать к ногтю недобросовестных торговцев, необходим только тревожный сигнал. Специалисты произведут контрольную закупку, например, если поступила жалоба на некачественную колбасу. Ее отправят в лабораторию, и результаты исследований, как пишет российская газета, смогут стать основанием уже для внеплановой ревизии. Также Роспотребнадзор получил возможность приходить с проверкой под видом клиентов в банке. Ведь на финансовые учреждения поступает вал жалоб. Жителям страны и Иркутской области в частности навязывают дополнительные платные услуги либо невыгодные условия по кредитам. И уличить банкиров можно только если оказаться в учреждении под видом клиента.